Всем привет! Вы на канале «Модные практики». С вами Инга и Наташа. Здравствуйте! Сегодня мы вам покажем долгожданную примерку нашего платья в сетку. Я очень рада, что нашлась ткань, так как был вопрос у нас, найдется ли еще такая сетка, потому что у нас был кусочек только. Но сетка нашлась, Наташа нашла. Да, был вариант сделать креповое платье. Если вы помните, вышел недавно обзор, как мы рассматривали пожелания в Ингином гардеробе. И там был вот этот эскиз этого платья. Но мы уже его видоизменили полностью, потому что оно первоначально должно было быть из крепа, а тут только кокетка, рукава и валан должны были быть из сетки. Но Инге понравилась сетка, и она попросила, если есть все-таки в магазине сетка, докупить и полностью сделать платье из сетки. Поэтому мы убрали кокетку, потому что она тут теперь не нужна, и решили сделать вот такой подрез. Вот, кстати, сразу обратите внимание, немножко, конечно, хочется его поднять, сантиметра на полтора хотя бы. По сетке не очень ручка пишет, поэтому я поставлю булавку. Длину, я думаю, мы сохраним. Как тебе? Да. Нижнее платье, не обращайте внимания, это просто платье, которое нашлось в Ингином гардеробе. Хотя мы решили, что оно тоже сюда очень подходит, если немного его укоротить. Потому что, давайте сейчас я покажу. То есть, скорее всего, будет как-то так. А так мы можем еще пошить. Я думаю, хорошо бы смотрелась на каком-нибудь темном фоне сетка. Бежевая, наверное, сольется как-то с лицом. Ну, можно еще сделать вариант, где немножко светлее низ. Ну, может быть, даже мы какой-то креповый попробуем такое платье-футляр только сшить. Потому что, да, сетка довольно тонкая, и хорошо, когда нижнее платье в таком случае, ну, более такое из плотной ткани, не сильно обтягивающую фигуру. Поэтому сейчас у нас такое шелковое нижнее платье. По-любому платье будет нижнее на широких бретелях, потому что если сделать тонкие в данной модели, оно будет слишком открытое, наверное. У меня есть похожее платье из сетки, из черной ткани с мушками тоже. Ну, оно другой модели, но тем не менее там у нас черная сетка выделяется на фоне руки, на фоне телесного цвета, а здесь сливается, поэтому хочется более закрытое нижнее платье. Ну, давайте теперь рассмотрим само платье. Еще раз напоминаю, мы немного поднимем подрез наш. В принципе, сборки тут достаточно спереди. Платье сидит, я считаю, хорошо. Сейчас, Инга, повернись, пожалуйста. Сзади, видите, за счет того, что фигура перегибистая, вот тут у нас образуется мешок такой. Я предлагаю забрать в небольшие выточки, но не сильно приталить, а немного просто вот эту вот свободу забрать в такие небольшие выточки. Просто подчеркнуть немножко, да? Да. Если мы все уберем в центральный шов, тут пойдут заломы. Поэтому мы распределим между выточками. И вот в самом центре можно немножко по центральному шву спинки убрать, буквально миллиметры. Посмотрите, свободы достаточно еще, но ушел вот этот вот мешок. Теперь, Инга, поворачивайся, наверное, рукавом. Рукав достаточно свободный. Манжет мы тут сделаем, наверное, ну, вот такой ширины. Я думаю, достаточно. Я думаю, будет. Да. На двух пуговицах можно сделать его, чтобы он лучше держался на руке. И тут мы сметали, пока сделали складки, а я думаю, можно по кругу просто сделать легкую сборку, да, на рукаве. Да, я хочу сборку. Ну, это мы просто делали на примерку, собирали и решили просто заложить свободу складками. А когда будет легкая сборка, он будет такое более равномерное распределение объема. И я бы еще... Тут, наверное, не очень видно. Срезала нашу пройму, подрезала немножко рукав, вот повыше поднять хочется.
вот тут в районе, вот в этом, ну, когда, смотрите, сядет рукав, он вот тут вот подымется, и, в принципе, тут тоже объема хватает. Я даже предлагаю, может быть, немножко сделать такую вот легкую припосадку на головке побольше, чтобы был, знаешь, ну, давай, не лысая она, а немножко такая, да, объемная. Да. Будет очень красиво, и как раз вот лишнюю длину не надо будет убирать, она приподнимется вот сюда, на небольшую такую тоже сборочку. И эта сборка будет гармонировать с этой сборкой, и со сборкой на рукаве, и с нашей оборкой. Ну, вот такое платье. Вырез, смотрите, я думаю, на месте. Да. Смотри, Инга. Да, все хорошо. Ну, вот, я думаю, на этом мы рассмотрели все. Все, сделали исправление. Рукав у нас еще метается хорошо. У тебя какие-нибудь пожелания есть? Ну да, я хочу рассказать, что операторы мне поставили рядом с камерами зеркало, и теперь я хочу смотреть только в зеркало. Именно поэтому я отвлекаюсь от камеры. Я хочу еще добавить, что я все-таки хочу платье-чехол, который будет плотно сидеть на фигуре, чтобы не было вот этих вот всяких складок внизу. Ну, вот как ну может быть, да, платье, не но... шелковое, а более, да, из какого-нибудь, может быть, даже попробовать какой-нибудь очень тонкий креп пустить. Ну, чтоб... Креп, кстати, очень хорошо на нижнее платье. Чтобы нижнее платье скрывало все недостатки и только подчеркивало достоинство. И тут вот еще, ну, это микрофон, скорее всего. Немножко вот вроде плечо на своем месте, просто микрофон тяжелый, а сетка очень такая тонкая ткань. И немножко мне еще нравится вот именно вот этот вырез сюда, вот какой именно на этом нижнем платье. Ну, поэтому мы на нижнем платье подберем другую ткань, а вырез и лямки вот оставим такие широкие, скорее всего. Кстати, вот это вот платье, может, нижнее платье, может хорошо смотреться на нашем платье из кружевов. А, тоже. Между прочим. Тоже может быть. Пишите ваши комментарии, делитесь этим видео, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались, чтобы отслеживать наши новые видео, не пропускать. Подписывайтесь на Instagram «Модные практики» и будьте с нами. Да, очень интересно знать ваше мнение о наших моделях. Мы прислушиваемся к ним, поэтому они очень нам помогают в работе. Ну все, я думаю, на этом можно заканчивать, да, видео. С вами была сегодня Инга, Наталья, вся наша большая дружная команда. До новых встреч! До новых встреч!